Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube платформа 24 каналу. Я з великою радістю представляю нашого гостя. Це є економіст, експерт в цій галузі Максим Бланд. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. В першу чергу, звісно, би хотів вспомнити з'їзд БРІКС, учасників БРІКС в Казані 22-24 число. І от, з чого би я хотів почати, зі слов Путіна. Він признав провал проєкту єдиної валюти БРІКС. Чого хотів Путін? Яка повинна була бути єдина валюта? Це токени, текени, або як їх називають, або інші варіанти? Я так розумію, крім Путіна, більше ніхто не бажає робити єдину валюту БРІКС. Ну, может, и желают, просто все хотят ее делать по-своему, и никто не хочет делать так, как хочет Путин. Между тем, тут министр финансов Антон Силуанов сказал, что консультации продолжаются, и, собственно, из его слов стало понятно, что именно предлагала Россия. Да, она предлагала цифровые валюты, или это не совсем криптовалюты, но на блокчейн-технологиях, то есть те эксперименты, которые проводятся российским центральным банком и китайским народным банком Китая с цифровым юанем и с цифровым рублем, они должны были по идеям Владимира Путина и всех его сподвижников стать основой. Но как-то не очень получается. И, в общем, понятно почему. Если бы речь шла о децентрализованных валютах, как биткоин, да, тогда, может быть, что-то и вышло бы, но боюсь, что это не получается, потому что, смотрите, вот Антон Силуанов, российский министр финансов, в кулуарах его кто-то из корреспондентов с кремлевского пула отловил, и он начал рассказывать, что вот новая платежная система, там не нужно будет банков, не нужно будет SWIFT, она будет деполитизирована, цифровые активы и все такое прочее. Если мы берем биткоин, действительно неубиваемая штука. Вот в 2009 году на волне протеста против засилья и диктата банков эта штука появилась. Ее пытались придушить, и так, и эдак, серверы арестовывали. Но это как партизанское движение, да? Ну, один отряд вы разгромили, ну, три отряда. Да, но партизанское движение от этого, как Аль-Каида, от этого никуда не делось. Или Исламское государство. Все вот эти децентрализованные системы, они очень живучие. Что сделали Центральный банк Китая и Центральный банк России вслед за ним? Они сделали суперцентрализованную систему. То есть, да, те же блокчейн-технологии. Та же история там с блоками, в которых записываются сделки, и они там один сменяет другой. Но все это существует на сервере одного единственного банка. При такой системе действительно не нужны другие банки. Ну, вот центральный банк, благо есть Big Data, благо есть искусственный интеллект, алгоритмы и так далее. Он справляется, ему не нужно больше никаких участников. Да? Обслуживать всю торговлю, внутреннюю, внешнюю, какую угодно, он может. Проблема заключается в том, что в этом случае Центральный банк с самого начала, когда в России пошли только разговоры о цифровом рубле, они сказали, что да, мы сможем отследить путь от самого рождения любого, каждого цифрового рубля до вот его настоящего местонахождения. Все сделки прозрачные, все кто с кем, почему, зачем, за что и так далее, все это будет известно Центральному банку. Плюс, конечно же, в этом случае он сможет блокировать любую сделку, сможет любой кошелек обнулить, любой кошелек там пополнить и так далее и тому подобное. А теперь представьте, что вам предлагают воспользоваться этой системой, которую придумал, например, китайский Центральный банк, для того, чтобы вы проводили через нее сделки в вашей внешней торговле. Тут даже это не SWIFT никакой, от которого вот все стонут, что мы зависим от SWIFT, в любой момент могут отрубить. Но если вы посмотрите на то, что происходит с российской финансовой системой, худо-бедно как-то все равно экспорт идет, импорт идет. Да? Все равно находятся лазейки, кто-то там наплевал на запреты, кто-то понадеялся на то, что до них руки у американских регуляторов не доберутся. А здесь все очень просто, да, вот есть одна структура, которая все контролирует и в любой момент может вас оставить вообще без всего. Вот, поэтому, никто не пойдет на то, чтобы отдать
даже частичку своей внешней торговли на откуп и в полное владение или в полный контроль какому-то чужому банку. Что касается попыток создать какую-то наднациональную валюту, ну, смотрите, сколько евро, да, рождался, ну, вот в муках. Это при том, что европейские страны, они соседи, они все приверженцы европейской культуры. А в БРИКС там есть Индия, есть Китай, есть Бразилия, а теперь уже Эфиопия, Иран. Ну, здравствуйте, пожалуйста. Вот сейчас вот Индия с Эфиопией будут создавать единую какую-то наднациональную валюту, которую будут пользоваться. А главное, непонятно зачем, да? Ну, понятно, что у России, у Ирана есть проблемы. Ну, есть доллар, да? Ну, в конце концов, ну, зачем придумывать велосипед, если уже есть валюта, которая используется в международной торговле? Не устраивает доллар? Ну, давайте за юани торговать. Но что вот сейчас мы будем придумывать какой-то велосипед? Тем более, что... как только такая валюта появится и ей начнут пользоваться Иран и Россия, тут же структуры, которые будут подключены к этой системе, они мгновенно, автоматически начнут подпадать под американские санкции. Также хотел бы вас спросить, Максим, о том, что... Ну вот вы вспоминали, что с «Газпромом» нужно что-то делать, потому что в том виде, в котором он сейчас есть, он не может существовать. И нашли такие, кажется, выход в России. Есть правки к налоговому кодексу, и в нем говорится, что с 2025 года газовая корпорация «Газпром» перестанет платить дополнительный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. А это около 6,5 миллиардов в год долларов. Это вот те шаги, о которых вы говорили, что вот так будут пытаться не потопить до конца «Газпром», ну и кто будет за это платить? Ну да, ну вот мы уже с вами говорили, что если бы «Газпром» не платил налогов, он был бы прибыльной компанией. Ну, собственно, вот правительство и отказывается от той части налогов, которую она на него повесила в 22-м году после начала войны, и сказали, ну, друзья мои, давайте вы будете нашим кошельком. «Газпром» не справился, и теперь вот государству придется брать деньги из какого-то другого источника. Очевидно, что этот источник, прежде всего, это внутреннее заимствование, да, потому что снаружи России в долг никто не дает, даже... партнеры по великолепному объединению БРИКС, которое никто не знает, зачем существует, но существует. Вот. А внутри, да, пожалуйста, вот Центральный банк напечатает, отдаст Сбербанку, а Сбербанк даст взаймы правительству Российской Федерации. Ну, или ВТБ, да, там, кто в первую очередь встанет за деньгами Центрального банка, тот прокредитует правительство в большей степени. При этом понятно, что это будут кредиты на льготных условиях, субординированные кредиты. И вся эта конструкция появилась еще после кризиса 2008 года, и сейчас, я думаю, они и воспользуются. Собственно, все это никакой роли не играет, да. Мы уже говорили, вопрос не в том, умрет «Газпром» или не умрет, а вопрос в том, кто будет занимать. Будет занимать «Газпром» или правительство Российской Федерации. Вот сейчас все-таки решили, что правительство Российской Федерации будет занимать, потому что у него суверенный рейтинг по определению выше, чем у какой-то компании, у которой есть еще частные акционеры. Поэтому вроде бы должны правительству давать... под более низкие проценты. Но о рыночных каких-то условиях сейчас говорить не приходится. Тем не менее, правительству все равно придется занимать под проценты, которые сопоставимы со ставкой рефинансирования, то есть по 19% годовых. Ни в одной стране мира правительство под такие проценты. Ну, есть Зимбабве, правда, еще. Вот, в Турции, где инфляция под 80%. Там тоже приходится занимать под такие проценты. Но там, где нормально функционирует финансовая система, там таких процентов, конечно, нет. Кстати, Максим, кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций. Вот именно, я так понимаю, это офшорные зоны, да, кипрские в том числе. Насколько это серьезно? Да, Кипр всегда был главным инвестором в российскую экономику. И не столько даже из-за того, что там офшоры, они в какой-то момент начали прижимать все эти офшорные законодательства и приводить его в соответствие с европейскими правилами.
сколько из-за того, что там нормально функционирующий независимый суд. Да? Если у вас в России инвестирует российская компания, то в любой момент, особенно после дела ЮКОСа, это стало понятно, она может перестать быть собственником того, во что инвестирует. Если это какая-то иностранная, например, кипрская компания, то отобрать активы у нее сложнее. Хотя после начала войны активы отбирали у иностранных компаний, у американских, у европейских, у любых других прекрасно. Поэтому Кипр перестал быть таким вот, скажем так, дополнительным источником надежности. Ну и с одной стороны, россияне начали закрывать, а там был уже скандал, в результате которого были заблокированы счета многих россиян еще до войны. Вот, сейчас это уже там очередная следующая волна, поэтому на Кипре уже не так много денег осталось. И смотрите, да, какая история. Те бизнесмены, те предприниматели, которые сейчас ведут свой бизнес в России, свои дела, они уже отчасти смирились с тем, что какие-то иностранные активы у них будут заморожены. Ну, или готовы к этому. Не в смысле бизнеса, а морально готовы. И главное, что их держит в России, это не то, что источник прибыли, там, те предприятия, те добывающие активы, те ресурсы, то сырье, которое приносит им прибыль, оно все-таки в России находится. Да? Поэтому ну, вот те, кто продолжают оставаться в России, это не все, далеко не все бизнесмены. Есть там многие, там, руководство Альфа-банка на слуху сейчас. Там, Тинькофф вообще просто продал, вынудили его, правда, продать свой бизнес после его громких заявлений о войне. Ну, есть, да, есть такие. Есть и те, которые остались. Собственно, и так из-за санкций они не очень хорошо имели доступ к этим активам. То есть, имели, конечно, да, мы говорили уже, что любые санкции, любые ограничения можно обойти, потому что всегда найдутся люди, которые любят деньги больше, чем совесть. Да? Чем больше денег, тем тише ведет себя их совесть. Вот, поэтому, но ну, тем не менее, да, Кипр был одной из таких вот, одним из традиционных мест, где помимо того, что держали свои деньги, там многие покупали недвижимость, любили там отдыхать и так далее, сейчас это все меньше и меньше доступно для российского бизнеса, ну, для такого, скажем так, для российских долларовых миллионеров. Максим, есть также информация, что кроме того, что мы с вами не раз упоминали, вы рассказывали, что учетная ставка растет, постоянно меняется. Вот российские банки начали отказывать в кредитах двум из трех россиян. Вот они пишут, что в сентябре российские банки одобрили только треть или 34,4% заявок на получение потребительских кредитов и кредитных карт. Это делается зачем? Они опасаются, что деньги не отдадут, потому что их нет? Ну, во-первых, да. Во-вторых, скажем так, Центральный банк ужесточил требования к тем, кто просит кредит. Поэтому те, кто уже набрал много кредитов, да, им кредиты банки не дают, просто потому что Центральный банк потом в отношении таких банков, которые сдают деньги направо и налево, вводит довольно жесткие меры, увеличивает требования к резервам и так далее и тому подобное. То есть банкам просто это невыгодно. С одной стороны, невыгодно, с другой стороны, в ряде случаев просто запрещено. У них есть лимит на выдачу такого рода кредитов не очень надежным заемщикам. И, соответственно, люди оказываются в очень неприятной ситуации, потому что и расплатиться по старым долгам они не могут. Многие привыкли брать новый кредит, чтобы отдать старый. Из-за того, что вот эти все нововведения случились, многие россияне оказались в неприятной ситуации. Теперь перед ними маячит недвусмысленная перспектива банкротства. А это значит, что жить им без кредитов придется довольно долго. Ну, еще, может быть, опишут какое-то имущество.
Да, Максим, уже следующий регион поднимает цены на контракты с Минобороны. И вот во втором регионе России срочников поднимают раз, и срочников обманом записали в контрактники и отправили на войну. Я имею в виду, что второй после Краснодарского края за последние дни, последнюю неделю поднимают цены за Минобороны контракты. И вот идут путем обмана. И сюда еще вспомнить войска Северной Кореи. Неужели все так плохо именно с набором даже за большие деньги в армию? Ну, видите, все так плохо, да? Если мы уже это обсуждали, я еще раз повторю, что с начала лета средняя стоимость рекрута для Министерства обороны в среднем по России выросла в 2-2,5 раза. Да? И от государства в 2 раза больше стали платить из федерального бюджета, и из региональных бюджетов тоже стали платить в некоторых случаях в 5 раз больше. Вот Курганская область, например, до июля этого года платила там 195 тысяч рублей. Сейчас платит 1,5 миллиона только от области, да. Плюс из федерального бюджета там те, кто заключали контракт, получали 200 тысяч, сейчас 400. И это более того, это закреплено в указе Путина, да. В конце июля он подписал указ о том, что выплата, единовременная выплата из федерального бюджета повышается с 200 до 400 тысяч рублей, и региональным бюджетом было рекомендовано, рекомендации Путина мало кто не выполняет, платить не меньше, чем из федерального бюджета. Соответственно, все, во-первых, подтянулись в себе. Это не один, не два региона. Да? Уже к осени около 10 регионов платили единовременно больше 1 миллиона рублей. А сейчас, я думаю, уже и 20 регионов. А общие выплаты приближаются к 1 миллиону, вот те, которые получают подписывающий контракт, или те, кто записывается в так называемые добровольческие соединения тоже для войны на территории Украины. Это тоже, да, это вот мы говорим с вами о девальвации, это тоже признак девальвации, это тоже падение покупательной способности рубля только для Министерства обороны. Вот Министерство обороны, ну, грубо, да, покупает рекрутов. Раньше рекрут один стоил 400 тысяч, ну, на круг, да, вот если все брать, все затраты за подписание контракта. Сейчас порядка 1,5 миллиона, а в некоторых регионах и до 3 миллионов, да, вот как в Белгородской области или в Москве приближается к 3 миллионам. Вот вам, это вот девальвация, да, это значит, что на 1 рубль вы можете купить меньше. То же самое, я думаю, происходит и с оружием, и с обмундированием, потому что у нас нету этих цифр, никто нам их не скажет. Но судя по тому, что заводы и так уже работают в 3 смены, а в сутки 24 часа, больше они выдавать на гора не могут, поэтому то, что туда идет больше денег, означает просто, что цены там растут, да, для Министерства обороны в том числе. Максим, и вот важные истории провели исследования, и они говорят, что не хватает кадров Путину. Где их не хватает? В МВД, в СИН и армии России. Именно армии России, да, они говорят, что в СИНовцам и МВД не хватает, потому что все идут на войну, и то и там тоже не хватает. И вот 20%, пятая часть. А вот мы с вами, кажется, упоминали уже о том, что именно диктатура Путина держится на силовиках, а здесь вот силовики недополучают ни денег, мы с вами вспоминали, Колокольцев говорил, глава МИД, МВД, но и вот нет кадров. Не может ли это сыграть в такую плохую шутку с Путиным, что вот, а ему не хватит дубинок, чтобы, если что, остановить какие-то заварушки? Ну, смотрите, какая беда случилась с Россией. В силу демографических особенностей и в силу того, что люди, которые могли, хотели и готовы были протестовать, они либо разбежались, либо погибли на фронте. Да, не смогли убежать, и их погибли. В России стремительно и без того старело население. Поэтому каждая новая волна протеста наталкивалась на то, что все меньше и меньше людей
просто физически было меньше людей, которые были достаточно молоды, чтобы принимать в нем участие. Сейчас, я думаю, ситуация гораздо хуже. И ну, не только силовики, да, вот губернатор Белгородской области, он объявил сначала о том, что будут платить 3 миллиона рублей за подписание контракта, а через неделю он стал жаловаться, что от него разбежались все чиновники, все ушли воевать, ну, потому что выгодно. Вот. Я не думаю, что отсутствие людей с дубинками каким-то образом спровоцирует протесты. Скорее, меньше будет раскрываемость преступлений, и с преступностью бороться будет некому. А вот эти все мордовороты, которые разгоняют демонстрации, вот туда кадры наберут, и там, я вас уверяю, платят, я думаю, ну, конечно, меньше, чем на фронте, но все равно неплохо. Да? Если ты не рискуешь, и тебе не нужно лезть под пули, а ты воюешь с безоружной толпой, то это неплохо, да, это гораздо лучше. Они чувствуют себя такой элитой, белой костью. Поэтому я не думаю, что у режима в какой-то момент наступит такая ситуация, когда некому будет их защищать. К сожалению, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь и слишком пессимистично смотрю на вещи, но пока. С другой стороны, смотрите, какая история. Вот конец Советского Союза показал, что как только режим начинает шататься, тут же все его защитники куда-то деваются, да, несмотря на все их привилегии, несмотря на все их заслуги перед прежними руководителями. Поэтому здесь, если дела на фронте пойдут не так, как они уже идут, да давно уже идут не так, как обещали в самом начале войны, если это будет сопровождаться действительно серьезными потерями для благосостояния, это уже начинается, но еще не в той степени, в которой это было, например, в конце Советского Союза. Тогда да, тогда режим просто покажет свою слабость. Он не сможет выполнить тот социальный контракт, грубо говоря. Да? Мы вас кормим, защищаем, а вы не лезете в политику и делаете, что мы вам скажем. Вот тогда, возможно, что-то будет. И тогда уже не важно будет, сколько получают силовики, сколько получают вовсин и какие там драконовские законы. Да? Но пока этот режим слабину не дал. Вот тут я пока не готов констатировать, что уже начинается. Максим, Financial Times говорит, что Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров. Якобы это влияние, конечно же, скажем так, партнеров, да, Соединенных Штатов Америки, но все же 40 категорий. Это много или мало? Там входят и всякие микрочипы, и системы дистанционного управления, и не только. Вот такими путями, тайными запретами в другие страны может ощутить Россия реальные проблемы? Может ощутить Россия реальные проблемы с производством оружия прежде всего, но я напомню, что в Россию Турция перестала поставлять все эти 40 замечательных наименований товаров, а в Азербайджан, например, не перестала. Ну, значит, будет поставлять в Азербайджан. А Азербайджан пока никому ничего не обещал и будет поставлять в Россию. Ну, вот это так работает, к сожалению. Да. К сожалению, Турция может сколько угодно обещать, что она прекратит поставку санкционных товаров в Россию. Она действительно прекратит, но будет использовать, как китайцы. Да? Китайцы официально тоже ничего такого криминального в Россию не поставляют. Для этого существует Киргизия, для этого существуют там другие страны. В конце концов, есть и Северная Корея, через которую, которая совсем непрозрачная, через которую можно поставлять все, что угодно. А Северная Корея, это примерно у Китая, это примерно как Беларусь у России. Да? Это полностью контролируемый режим, который делает то, что скажет. Скажут людей поставлять, будут людей поставлять. Скажут микросхемы возить, будут микросхемы возить. Вот, поэтому, ну, и примерно такие же, ну, чуть-чуть, может быть, менее неравноправные отношения у Турции и Азербайджана. Да? Ну, вот вам, пожалуйста, канал. Да? И я просто вот так вот
пальцами щелкнул, и он тут же обнаружился. Поэтому я не думаю, что это как-то серьезно повлияет. Пока нету полной, скажем так, изоляции России, всегда будут находиться лазейки, к сожалению. Это не значит, что российскому военно-промышленному комплексу живется легко. Им постоянно приходится тратить больше денег. Им нужно больше валюты. Им нужно искать новые пути доставки. Нужно искать новых людей, агентов, посредников, всем платить свою копеечку. Но ничего невозможного нет, к сожалению. Максим, большое спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про вот эти процессы, про какие санкции нужно, какие нужно вводить, какие помогают, какие бездействуют. Ну и, конечно, вспомнили с вами саммит БРИКС. Большое спасибо. Спасибо вам. Счастливо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Максим Ланд, економіст. Ви ж не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки і ділитися нашою розмовою.